Небезпека СНІД. У Бресті подвели выники конкурсу плакатов и малюнков, темой яких стала профилактика ВИЧ-инфекций. У конкурсе взяли удел больше за 400 творчих работ. Свои плакаты и малюнки представили навученцы школ, колледжев и ВНУ в области. У каждого свое бачанне проблемы, якая по-ранейшим не губляя актуальности. Причем у основной группы рызыки миновита молодь. Каля 48% от усих ВИЧ-инфицированных Брестской в области складают люди во узросте от 15 до 27 годов. Проблема ВИЧ-инфекции, что это глобальная проблема, что она остается актуальна, никуда она не ушла, она вот среди нас, рядом. Удивило меня то, что эта тема является как бы главной в нашей жизни, вот насчет болезней всех вот этих вот детальных, так сказать. И то, что я хотел принять участие, показать людям, ну, как-то своим образом показать людям то, что, как я это вижу. Я вот вижу это, человек – это яйцо, хрупкое яйцо, которое вот при малейшем падении вот может... А в Алтайске